Город Новочебоксарск оказался во власти мусора. Об этом нашей редакции рассказали сами жители. Им уже несколько дней приходится хранить бытовые отходы прямо во дворе. Контейнеры переполнены. Вчера глава администрации Новочебоксарска Ольга Чепрасова обещала исправить ситуацию. Как обстоят дела сегодня, узнавала наша съемочная группа. Напомним, в нашу редакцию обратились жители улиц Парковая, Комсомольская, Коммунистическая, а также бульвара Гидростроителей. По их словам, во дворах образовалась свалка мусора, который не вывозится в течение продолжительного времени. По словам главы администрации города Новочебоксарска Ольги Чепрасовой, сегодня утром мусор был вывезен. Но буквально несколько часов назад мы проехались по улицам города и снова увидели горы мусора вокруг контейнеров. Машины приспособлены таким образом, что они погружают только контейнеры, опрокидывают. Тот мусор, который лежит рядом, машина опрокинуть не может. Поэтому дворники весь мусор, который лежал рядом с контейнером, собрали и положили в контейнер. Ну, работаем по вывозу мусора. Сегодня тоже вели переговоры с ПАО «Т-плюс», с «Энергосбытом». То есть ситуация сложилась из-за тяжелой финансовой ситуации. МУП – управляющая компания в жилищно-коммунальном хозяйстве. В других управляющих компаниях вывоз мусора осуществляется ежедневно. Ведем переговоры с кредиторами. Пока же пакеты и пластиковые бутылки ветром разносят по всему двору. Жителям только остается надеяться, что представители власти выполнят свои обещания в полной мере и, наконец, мусорная проблема решится.